Это я для канала Веловин записываю. Тут меняем систему женщине. У нее небольшой люфт каретки, у нее денег нету на ТО, это форвард складной стальной. В общем, я решил бесплатно убрать люфт, и у него в видео есть вот такой ключ. Ну, в общем, для чего он применяется? Он вот такой стопорной шайбы контрагайки. Ну, в общем, вот так это зажимается и крутишь, тянешь. Но у него нету, или я не видел, вот такого ключа. Это для правой чашки. Вот такого характера там чашка. Ну, в общем, она под вот этот дырку. И вот такие штырьки, короче. Такими штырьками откручивается вот это, затягивается. Это сам конус для каретки. Вот такой ключ ему еще надо это купить. Вот YC 171.